Всем добро с вами Тори и добро пожаловать в Пусан. Да, я говорю это на фоне морских волн, просто потому что позади меня находится храм, который вы чуть позже увидите. Знаете, буддийские храмы, на то они буддийские храмы, точно так же, как и подобного типа пляжи. Они завораживают и заставляют о многом задуматься и посмотреть на эту прелесть великолепную. Ну а я надеюсь, что со звуком все будет в порядке, несмотря на то, что шум волн, шум ветра. Ну а сейчас я поднимусь еще выше. И, конечно же, далее вы будете все созерцать уже без моего голоса. Я хочу на это еще лучше посмотреть и показать это вам. Потому что это то, чего вам никто не покажет, скорее всего. И это великолепно. И, кстати говоря, вот тот самый храм, где я только что была с кучей вуд. И да, это как бы мое, если кто вдруг еще не знал. И сейчас вещь очень странная, просто потому что я действительно нахожусь на самом обрыве. О, да. Вы это видите? Да, давайте больше еще на это смотреть, потому что это очень и очень и очень круто. А я дойду чуть более безопасное место. Welcome to Busan! В общем, в любом случае, я оставлю под видеороликом возможность сюда добраться, и вы тоже сможете сами на это все посмотреть. Поехали!